Вот привезли пацанов с Калининграда на автобусах, полные автобусы на Украину. Спрашиваю, все бегают, пьяные, водки ищут. Напиться, говорит, перед смертью хоть. Ну вот, короче, магазины где спрашивают. Я нахожусь в аэропорте Храброво, Калининградская область. Сегодня 25 октября. Ну так, вот пацаны понимают, что, говорит, ну пушечное мясо, я с ними разговаривал. Просто ментов много. Как бы не дают сильно общаться. Ну все, вот пацаны поехали. Всех увозят вон там. 4 автобуса полных ушло. Ну давайте, ребята, на мясокомбинат.